великий Леонардо да Винчи ни минуты бы не потерпел такого помощника. Я в этом уверен. Уверен. Вот чем ты сейчас занят? Я у тебя спрашиваю. Чем? Крышу мажу. Да не крышу ты мажешь. Ты украшаешь город, понимаешь? Каждую работу надо выполнять добросовестно. А давай сеть до конца. Не важно, что снизу не увидят, хорошо покрашена крыша или нет. Совесть надо иметь. Совесть. Работу надо выполнять так, словно это твоя последняя в жизни работа. Лебединая песня. Подумаешь, упался. Моим ни слова. Понял? Я в поликлинику. Ну что тебе еще надо? Голова в порядке, руки, ноги целые. Давление в норме. Ага, даже и нервы в порядке. Из тех, кто падает, часть разбивается, часть не разбивается. Но все-таки, как объясняет это современная наука? Вы же должны знать, вы же доктор. Доктор сегодня гений! Дай мне сколько времени, доктор! Подхалим. Вообще-то, наука это объясняет. Это объясняет тем, что простейшая клетка миллиарды лет назад превратилась в амебу. Затем в рыбу, затем в птицу и, наконец, в человека. И в минуту опасности в человеке может проснуться его вчера. И поэтому вполне возможно, что в тебе проснулась птица. Птица? Птица. И ты? С четвертого этажа инстинктивно спланировал на землю. И поэтому не разбился. С пятого. С пятого? Молодец. Следующий! Значит, я... Мачиган, что сказал доктор? Что сказал доктор, мастер? Нигде не болит. Руки целы. Ноги целы. Ты довольна? Вы великий человек, мастер. Подхалим. Ты крышу докрасил? Какая крыша? Мне не до крыши было, мастер. Иди. Займись делом. Иди. Ну, пошли. Иди, я за тобой.
Вачаган. Вачаган. Скажи мне всю правду. Что сказал доктор? Я же сказал. Все в порядке. Пошли спать. Пошли. Вачаган, будь осторожен. Помни, у тебя трое детей. Три, два, один! Папу побили! Папу побили! Кто посмел? Иди, иди! Гор! Гор! Господи, что случилось? Поскользнулся, упал. Мастер! А? Как вы себя чувствуете? Ты работу закончил? Какую работу? Посмотрите, что я достал. Вот. Здорово. Но она не живая. Что это? В честь твоего благополучного приземления. И у тебя поднялась рука? Сурик зарезал курочку! Сурик зарезал курочку! Сурик! Сурик зарезал курочку! Это не мой сын. Как ты мог такое подумать? Брось ерундой заниматься. Иди спать. Свет погаси. Thank you.
Чего ты на меня уставилась? Что, в первый раз меня видишь? Чем ты сейчас занимался? Физкультурой. Ночью? Да, ночью. Новый метод. Вачаган, скажи мне всю правду. Что с тобой происходит? Ничего. У тебя другая женщина. Ну как? Все готово? Готово. Вперед. Вот так. Давай. Мастер, отсюда? С пятой. С пятой. Мастер, меня мама в детстве ласточкой называла. Может, я тоже? А ну, руки подними. Пингвин. 5, 4, 3, 2, 1. Ноо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 о�оо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 
Есть люди поумнее тебя. Интересно, кто это? Кто, я спрашиваю? Идите, идите, сами заварили кашу, сами расхлебывайте. Ну вот и все. Все. Ничего страшного, на тебе все заживает. Быстро, как на собаке. Как на ком? Как на... Это образное выражение. Слушай, Вачаган, неужели ты образных выражений вообще не понимаешь? Только в минуты опасности. Опасности в человеке может родиться птица. Может быть. Ну какая же опасность прыгать с 2 метров? Это же тебе не 5-й этаж. Ах, вот оно что. Вот в чем дело. Выкинь ты эту мысль из головы. С 5-го этажа тоже ничего не получится. Если специально прыгать. Понял? Все должно произойти случайно. Понимаешь? Случайно. Случайно? Значит, можно ждать всю жизнь и так и не дождаться? Увы. Да и зачем все тебе это надо? Как зачем? Как зачем? Люди ведь и так летают. Как? Как? На самолетах. Вертолетах, ракетах. Слушай, Вачаган, я тебе категорически запрещаю летать. То есть падать, спотыкаться, подниматься на какую-нибудь там высоту. Это добром не кончится. Вачаган! Вачаган, что с твоей ногой?
Да так, бытовая травма. Да ну, а я слышал, ты летать учишься. Когда научишься, скажи мне, я тебя в цирк устрою. Оставь, не надо. Пошли. Они смеются над нами. Давай, пошли. Не обращай, не обращай. Galistes tuismos, maises arevos, galistes tuismos. Ты можешь помолчать? Могу. Но это же лирическая песня. Причем лирическая? Как ты красишь скамейку? Пойми, ты украшаешь город. Ты крышу докрасил? Туда не пускают, мастер. Приказ. Как? Нас не пускают? Меня? Пошли! Мастер! Стойте! Туда нельзя! Это опасно! Мастер! Мастер! Стойте, мастер! Туда нельзя! Приказ! Упасть с кровати и умереть. Да, а еще говорят, что люди с Эйфелевой башни падали и не разбивались. Чушь какая. А вы у Вачагана спросите? Он у нас крупный специалист по полетам. Вачаган, как ты думаешь, может человек летать? Вачаган, мы тебя спрашиваем. Ответь нам, может ли человек летать? Человек все может. Все! Расчет ползать летать не может! Может!